таким не по-весеннему обильным снегопадом на Новодевичьем кладбище прощались сегодня с человеком, который на протяжении 20 последних лет создавал и видоизменял ни много ни мало сложнейшую финансовую систему страны. Всегда на него смотрел издалека, поражаясь его знаниям, интеллигентности, такту, умению разговаривать, умению доносить свою мысль. Он был невероятным умницей, если позволить мне так сказать. Все, что он в жизни накопил, все знания и опыт, совмещенную с любовью к родине, с патриотизмом, он был невероятно полезен этой стране, нужен, как воздух.